Приветствую, слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя. Ну что, брат? Жив Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, брат. Слава Ему! Аллилуйя. Аллилуйя! Ликуйте, Аллилуйя. сестры! Аллилуйя! Жив Господь! Сила Его з нами! Аллилуйя! Дякуємо Господу за Його жертву! Дякуємо за Дух Святий, за Його силу, котра з нами і присутня з нами! Аллилуйя! Дякую Господу, дякую за вас, брати, дякую за ваше освящение Богу. Слава Господу, що ми служимо, ми, алілуя, віруємо, служимо, виконуємо Божу волю. Я всіх вітаю, всіх приветствую, іскуплених Богом, братів і сестер, викуплених із юрисдикції цього міра, із юрисдикції України, Росії, любого государства. Мы Божье царство, друзья, мы выкуплены, мы искуплены, мы отделены от государственности этого мира, но мы находимся среди Украины, находимся кто-то среди России, кто-то среди Кении или Филиппин, друзья, но мы Божье царство, мы люди, взятые в удел, друзья, мы особый народ, мы Божий народ, и мы Господь нас ввел в свои планы, и Господь нас выкористовывает, друзья, як інструмент, щоб міняти історію, міняти события, друзі, міняти цей світ, міняти, друзі, його. Бо як ми міняємо, ісполняє Божу волю, тим шляхом, яким Бог нас веде, тим шляхом ісполняє цей шлях, міняється історія, друзі, ібо Господь нас веде цим шляхом і этот шлях его исполнения – это события. И Господь нас выкористовывает в событиях, которые происходят согласно Божьей воле. И эти события, они меняют этот мир, друзья. Аллилуйя. И эти события, о которых мы идем, эти события, они влияют на судьбу этого мира, на судьбу народов, стран, друзья, на судьбу людей, друзья. И мы есть часы истории, друзья. И каждый, вошедший в откровение Божие, он есть исполнитель Божьей воли, вот он есть стрелка часов истории, друзья. И мы влияем, очень важно нам быть в Божьих планах, нам очень важно нам исполнять Божью волю, от этого зависит судьба людей, судьба этого мира, друзья. Аллилуйя. И мы приносим перемены, друзья, и наши молитвы, они приносят перемены, открывают двери небесные, и Божья сила сходит, и события влияют на события, друзья. Аллилуйя. И мы есть исполнители Божьей воли. Мы есть и благословение, и мы есть и приговор, друзья. Аллилуйя. Мы есть приговор всякому нечестию, всяким злым планам приговор, друзья. И благословение всем, кто принимает Господа, друзья. Это так определил Господь. Аллилуйя. Так что кто-то против нас, а кто-то за нас, друзья. Аллилуйя. Но мы идем за Господом, аллилуйя, мы искуплены кровью Божией, аллилуйя, выкуплены из этого мира, выкуплены из государственности этого мира, друзья. Но мы находимся среди этого мира також, аллилуйя. Кто-то в Украине, среди Украины находится, кто-то находится среди России или других стран, друзья. Аллилуйя, слава Господу,